Друзья, вот 2 сентября у нас малинка ремонтантная. И она вплоть, и тут ее много, она вплоть до самых морозов будет. Вот такая вот она. Она не сильно козистая, но сладкая, хорошая. Можно есть ее. Вот она. Вот такая вот малинка. Такая вот малинка. Вот такая вот у нас малинка. Вот она еще здесь и зеленая есть, и красная.